Как мы помним, недавно состоялся визит заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко, а также министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Визит прошел в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета. Все подробности в сюжете. Сама идея данного визита была в том, что сегодня очень актуальным является вопрос создания карбоновых полигонов. Буквально в феврале министр науки и высшего образования Валерий Фальков издал приказ о создании 7 таких полигонов в России. От Казанского университета поступило предложение создать 8-й полигон на территории Татарстана. Суть его стоит в том, чтобы, скажем, исследовать эмиссию и поглощение парниковых газов, не только углекислого газа, но и метана. Значит, это связано с тем, что все знают, что сегодня идет потепление климата за счет того, что, скажем, вот парниковых газов в атмосфере становится все больше и больше, а выделение парникового газа связано, скажем, с любым производством практически, с производством энергии, с добычей нефти и газа, с производством чугуна, даже, вот, скажем, выращиванием там пшеницы. Да? Все эти процессы, все эти действия приводят к увеличению, значит, выброса парниковых газов в атмосферу. С помощью спутника можно будет определить, сколько сегодня в атмосфере содержится углекислого газа на той или иной территории. На полигонах можно разрабатывать новые методики и выращивать растения, которые очень быстро поглощают углекислый газ. На самом деле очень много возможностей у этих полигонов. И эти полигоны будут создавать, вот эти разработанные методики будут использоваться на каких-то фермах, карбоновых фермах, да, где эти вот методики будут уже использоваться для того, чтобы в больших объемах поглощать углекислый газ. Вице-премьер высоко оценил подготовку специалистов в Казанском университете и поддержал идею создания 8-го карбонового полигона. Как сообщил Данис Нургалиев, к концу года должна быть достигнута определенность, как и где данный полигон будет работать. А также создан бизнес-проект и составлена смета. Елизавета Никитина, Диана Желенкова, Фарид Захитаглы, Универньюз.